Давай, давай, я жду, мне уже не терпится. Давай, давай. Готов? Всегда готов. Так, эх, откуда растут мои лапы? Нет, сам я не сделаю, позову Славу. Чего звал? О, что это ты рисуешь? Яблоко? Нет, это кнопка Ютуба. Что-то совсем не похоже. Кстати, ты уже знаешь? Ты о чем? Куки с канала Сливки Шоу дали бриллиантовую кнопку. А, так это я знаю. Только не Куки, а Юрию Яневу. С чем я его и поздравляю. Я тоже поздравляю. Такой нет. А я тоже хочу такую кнопочку. Харитоша, ну кто же не хочет? Любой автор YouTube в глубине души мечтает о такой кнопке. А ты позвони в YouTube, пусть нам тоже такую пришлют в чемоданчике. Я буду в нем свои игрушки хранить. Да кто нам ее даст? У нас с тобой даже серебряной кнопки нет. А ты уж бриллиантовую хочешь. Ну да. Хотя бы серебряную прислали сначала. Харитон, если ребята, которые еще не подписались на наш канал, подпишутся, то обязательно и у нас будет серебряная кнопка. Ну, думаю, подпишутся. А я тебя позвал за помощью. Помоги мне сделать маленькую кнопку YouTube в виде брелка. Делаю, ничего не получается. Хорошо, сейчас помогу. Ура! Ребята, всем привет! Сегодня я буду делать кнопку YouTube в виде брелка. На чертежной бумаге я нарисовал две части кнопки YouTube, верхняя и нижняя. Нужен пластик красного и белого цвета. Я сейчас принесу! Вот, забирай! Вот, молодец, красный и белый. Обращайся, если что! 3D-ручка. Кусочек картона. А зачем картон нужен? Потом расскажу зачем. И цепочка с колечком. Все, можно начинать? Еще не все, подожди минуточку. Вот так вот. О, вот так. Держи. А орбизы зачем? Пока ты будешь делать, я с орбизами поиграю. Ты же обещал в прошлом видео наполнить ими тазик. Пойдем, обещал, значит сделаю. Высыпай все до последнего шарика. Ниже опусти, а то разлетятся все. Да не разлетятся. Ууу, красота. Думаешь, этого количества хватит? Тебе точно хватит, ты у меня мелкий. Так, теперь водички. Теплую льешь? Делаю, как ты любишь. Может, хватит? Да, пожалуй, хватит. Все, ждем, пока вырастут. Пойду пока мультики гляну. Хорошо, иди посмотри. Так, в первую очередь раскрашу верхнюю часть, так сказать, лицевую часть кнопки. Поверх первого слоя нанесу еще один слой пластика. Теперь все то же самое проделаю со второй частью кнопки. Так, и сверху еще один слой. Сейчас раскрашу белым пластиком треугольник в центре. Ух ты, целый тазик получился, как много! Юху! Ой, релакс. Скользкие. О, что если наполнить тазик конфетами Скитлз? Ой, какие скользкие. Хотя нет, Скитлз не лучший вариант. Все слипнется. Релакс. Кажется, у меня полное ухо орбизов. Жаль, что не желейные шарики. А то бы я полакомился. По полной программе. Просто блаженство. Хороши орбизные ванны.
Я сделал половинки, отделил их от бумаги и теперь их нужно соединить. Но чтобы боковые стороны кнопки были одинакового размера, я воспользуюсь картоном. Его я разместил между половинками и теперь можно смело склеивать. Так, картон убираю, он больше не нужен, и продолжаю склеивать. Я наносил пластик по вертикали, теперь нанесу его по горизонтали. Смотрите, что у меня получилось. Ну и теперь остается придать кнопке красивый вид, убрав все эти неровности с помощью напильника. После нескольких часов утомительного труда у меня получилась вот такая кнопка. Большую часть я сделал напильником и после отшлифовал наждачной бумагой. В принципе, меня результат устраивает. Чего опять? Сейчас приду. Так вот, и сейчас осталось закрепить колечко с цепочкой. Что случилось? Помоги высыпать орбизы в ванну. Ты чего, еще не наплюхался, Харитоша? Конечно нет. Давай, я жду, мне уже не терпится. Давай. Готов? Всегда готов. Поехали. Ух, вау, дождь из орбизов, красота. Ой, как щекотно. Вау, красота, классно. Ух, это неописуемо. Орбизы, они такие классные, высыпай все до последнего. Все, плюхайся. В общем, как сделаю брелок, я тебя позову. Хорошо. Прыжки. Разгон. Опа! Юху! Повторю. Разгон. Опля! Юху! Лежу и на лампочку гляжу, все гляжу. Нагреваю стержень и вставляю в кнопку сбоку. Так, можно также закрепить цепочку с помощью суперклея. Все, брелок готов. Надеюсь, Харитону понравится. Подумав, я решил покрыть еще кнопку лаком. И смотрите, он придал кнопке блеск. Все, пойду позову Харитошу. Харитоша! Сделал? Да, сделал. Иди оцени. Сейчас вытрусь и приду. Давай, жду. Вот, оцени. Ух ты! Она такая классная! Ну вот и у нас теперь есть кнопка YouTube, хоть и маленькая. Все, давай мне ее, пойду еще на орбитах покатаюсь. Постой, кнопку-то оставь. Ах да, забылся. Повесь ее на мои ключи. Пока, ребята, до скорой встречи. Подписаться не забудьте. Ребята, я надеюсь, вам понравилась кнопка. Ставьте лайк. На этом все. Пока. Ю-ху!